субботу в Самарской области облачная с прояснениями погода, осадки в виде снега. Температура воздуха днем -1, -3 градуса, ночью также 1-3 ниже 0. Ветер западного, юго-западного направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облачно, вечером снег, днем -2 градуса, ночью 1 с минусом. Западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой снег, днем -2, ночью -1 градус, ветер западного направления 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, днем -3 градуса, ночью также 3 ниже 0. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.